Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи. В этом году победителем регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы» стала семья Тимировых из села Караобах Тогайского района. Смотрим далее. Участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» налагает ответственность. Семья Тимировых вполне достойна участия в таком конкурсе. Глава семьи Рысбек Тимиров родился в многодетной семье. 40 лет назад он стал электриком и все время работал по этой специальности. Его супруга Шолпан Байдильдина родилась в Баянауле. Ее стезя – преподавательская деятельность. Сейчас она – аким села Караоба. Семейная пара воспитала одного сына и двух дочерей. Мы познакомились, когда я был студентом после службы в армии. В то время учился в Щербакты, а Шолпан училась в Павлодарском государственном университете. Познакомились в 85 году, поженились в 87-м. У нас трое детей, которых нам дал Всевышний. Вот их и воспитали. Сегодня они гордятся своим сыном и дочерями. Все они потомки династии интеллигентов. Действительно, мы учили детей уважению, скромности, уверенности. Первое, что нам действительно нужно, это вера. Каждый из нас работает в разных местах. По своей работе мы учим человека смотреть на службу, оценивать нравственные качества, учим в первую очередь здороваться. Первенец семьи Айнур по специальности учитель казахского языка и литературы. Она работает в школе-лицее «Бином» в Астане. Сын Нурбулат – заведующий учебной частью в НИШ Павлодара. А младшая дочь Мадина – учитель истории в школе села Караоба. Можно сказать, что страсть к знаниям – это крепкое воспитание и дисциплина нашего отца в семье. Потому что жизненная позиция отца в том, что в будущем только наука и образование приведут человека к высоким достижениям. Главное, что мне дали родители, это то, чтобы мы не отвлекались ни на что другое. Исполняя свои главные обязанности на уроках, становились профессионалами в своей специальности, оставались людьми. Поэтому мы посвятили все свое время занятиям. Каждый досуг проводим в школе. В любом конкурсе мы становимся сильнее. Об уважаемой династии в селе Караоба можно услышать только положительные отзывы. Такая простая семья. В этой многодетной семье все ладят друг с другом. У них всегда открыта дверь. Готовы принять гостей, всегда оказывают почет и уважение. Если каждый человек в семье научится доброте, проявлять уважение к старшему, заботиться о младшем, прославлять ее преемственностью последующих поколений, у такой династии будет крепкое, светлое будущее. Дарья Жумабекова, Кымбат Садык, Алексей Мехедов, Ертыс Ахпарат из Актуайского района.